Айнард Фьяйн, жители Империи, с вами Нильфгардец. Как вы все знаете, вчера в Гвинте вышло новое дополнение – Путь Ведьмака. И это значит, что по сложившейся традиции, в первом видео специально для вас я буду открывать 50 бочек нового дополнения. Но прежде чем мы начнем... Поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и, конечно же, поддержи Империю Чеканом Флорином, или подпишись на мой Патреон по ссылке в описании к видео. Также всех нильфгаардцев и верных союзников Империи я приглашаю на Дискорд-канал «Империя Нильфгаарда». Здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора. Ссылка на канал в описании к видео. Ну что, дорогие нильфгаардцы, вот и вышло новое обновление «Путь Ведьмака». А это значит, что сегодня первое видео нового обновления, и мы будем открывать новые бочки с картами нового обновления. И сегодня специально для вас я купил 50 новых бочек обновления «Путь Ведьмака», и все их мы сегодня откроем. Итак, вот у нас 50 бочек. Обратите внимание, какой вот тут интересный арт этих бочек. Именно такой ведьмак стайл. Ну что ж, посмотрим, что у нас внутри. Так, ну давайте смотреть. Так, у нас сразу две премиальные карты получили. Так, ведьмак школы Грифона, адепт школы Кота, мутагены, адепт школы Грифона и... возьмем, пожалуй, вот этого, ведьмака школы Медведя. Я думаю, мы сегодня соберем всю коллекцию. Ну, даже если не всю, то мы... Даже если мы не всю получим в бочках, то мы как минимум получим большое количество обрывков и сможем собрать несколько достаточно тяжелых увесистых карт. Так, возьмем чудовище стукача. Ну и не забывайте, дорогие друзья, подписываемся на канал, ставим лайки. И сейчас мы увидим, какая у нас тут будет карта. Так, ну возьмем, конечно же, Гаэтена. Потому что он, по-моему, тут самый сильный, и с ним будет хорошая комбинация. Вот. Так, идем дальше. Давайте мы возьмем, пожалуй, Химеру. Все равно все пятерки, четверки, там, может, даже все шестерки нам уже выпадут, потому что 50 бочек. Идем плавно, размеренно. Так, еще одна какая-то мощная карта нас ждет. Давайте посмотрим. Давайте вот этого Годрика возьмем. О, сразу две одинаковые карты. Сколько ж у нас сегодня будет обрывков? Чудно. Так, ну что можно заметить, что в основном выпадают нам как раз таки пока что мутагены. Где вот он? И вот наставник школы Медведя чаще всего стал выпадать. За 7 бочек. Так, ну, конечно, нам тут везет, конечно, тем, что у нас много премиальных карт выйдет из-за достаточно такого высокого уровня. Так, ну возьмем ведьмака школы змеи. А почему мы его возьмем? Потому что следующее видео, которое я сниму, будет создание новой колоды Нильфгаарда. И если это видео наберет 25 лайков, то я выпущу это видео в ближайшее время.
Так, ну давайте смотреть, что еще у нас тут. Давайте вот этого медведя возьмем. Так, еще одна мощная карта какая-то. Ну, возьмем братца, конечно же. Потому что у нас один брат есть. Нужен второй. Еще одна мощная карта. Ну-ка, эпическая. Ну, возьмем, наверное, все-таки Брэгана. Что заклятие мне под Альзура пока что не нужно. Легендарная. Ну-ка. Блин, я даже не знаю. Слушайте, я не знаю. Вот. Я вот бы взял Геральта чисто потому, что это премиальная карта. На чудовищах я пока не планирую играть. Вот это и вот мощно, конечно. Ладно, давайте Геральта возьмем. Не каждый день премиальная карта выпадает. Так, ну-ка. Ну, конечно же, наставника возьмем. Кстати, мне кажется, там наставник был бронзовой картой, а не золотой. Так. Ну, тут мы возьмем кота, наверное. Хотя нет, надо было суккуба брать. Красивая карта. Мне нравится суккуб. Она очень красивая. Ну, вот она. Да, очень красивая карта. Ну и суккубы сами, конечно, по себе красивые. Ну, скажем так, выше пояса. Так. Идем дальше. Ну, возьмем еще раз. Ведьмака школы кота. Потому что я предчувствую, что вот белки, ну и скорее всего опять скеллиги будут очень-очень мощно отыгрывать в этом дополнении. Так, эпическая. Давайте смотреть. Ну, давайте возьмем Идра. Достаточно сильная карта. В любом случае, мы, скорее всего, уже сегодня соберем все карты дополнения. Я в этом уверен. Ну, вот, кстати, тоже очень мощные, хорошие карты за малую цену. Вот, обратите внимание, наставник школы змеи, шестерка, бронзовый отряд. Видите, бронзовый, то есть у нас будет их два в колоде, как минимум. Ну, его мы и возьмем, чтобы создать новую колоду Нильфгарда для нашего следующего видео. И у нас тут, видите, о, Гаэтон еще один. Отлично. Так, ну, конечно же, берем Саламандру. Да, Саламандра. То, что нужно. Я, кстати, думал, что она там золотая карта, это бронзовая, так что вообще очень здорово. Ой, прошу прощения, простуда. Ежегодная зимняя простуда. Так, ну, что нужно сказать? У нас очень много адептов школы змеи. Очень много адептов школы кота. Ну, это логично, потому что четверки чаще всего вылезают. Итак, мы открываем 30-ю бочку. И у нас уже почти все бронзовые карты собраны, как я могу судить. Возьмем еще, конечно же, одного суккуба. Так. Так, ну, конечно же, всевидящий. Так. Идем дальше. Вот у нас вот очень много ворованных мутагенов. Хорошо, что не все премиальные, чтобы у нас побольше пыли было. Так, ну, конечно же, наставника берем. Берем то, чего еще пока нет. Видите? Не зря весь прошлый сезон копил копил руду. Причем у меня было вот прям такое предчувствие, что вот нужно копить руду еще до того, как появились первые там промо-ролики, новые обновления и прочее, да? Я сразу вот когда вышел там этот, да даже нет, перед выходом ролика Альзура.
Я подумал, что, ну, конец года, конечно же, будет новое обновление, поэтому нужно накопить как можно больше руды. И вот, пожалуйста, снова 50 бочек для верных нильфгардских зрителей. Так, ну, конечно же, эксперимент возьмем. Кстати, нравится очень арт этой карты, и то, что она достаточно большое количество силы может дать. Так, возьмем наставника, пусть переваливается. Ну что, мы уже открыли больше половины, и я хочу сказать, что мы идем достаточно хорошо, собрали очень много хороших карт, нужных карт, я бы даже так сказал. Несколько там этих эпических карт у нас дублируется, так что будет много метеоритной пыли, этих обрывков, да и метеоритной пыли тоже будет немало, так что мы еще создадим парочку эпических карт. Давайте вот так вот. Давайте вот так вот. Ого, все ведьмак школы Грифона лезет, последние 5 бочек. Возьмем его. Дальше что? Очень много приспешников Саламандр. Ну и в принципе ну-ка. Да, премиальный возьмем. Так, 17 бочек осталось буквально. Видите, сплошные бомбы лезут. Вот, вот. Мелочь всякая. Последний бочек 10. Вот эту возьмем премиальную. Ту-ду-тун, ту-ду-дун. О, кто так ходит на рыбалку? Да. Ну, конечно же, берем премиальные теперь карты в первую очередь. Угу. Так, отлично. Так, а тут... А, нет, премиальных нету. А, не, надо было сломандр. Ладно, торопился. Ну, еще 13 бочек, она вылезет по-любому. Так, что-то вот я вижу, что нам в основном лезут в руку северская трейли, а вот синдиката очень-очень так вот немного, я хочу сказать, в руке-то. О, опять наконец-то. Эпическая. Мы возьмем, наверное, Герда. Она вот в основном мутагены лезут в руку. Ну, хоть вот юный из Блиховейна лез. Так, ну давайте возьмем Саламандру. Чтоб можно было хоть кого преобразовывать. Вот, видите, адепты школы Катару. Очень много карт. Так, кто. Ну, так, возьму. Не знаю, сколько за них все обрывки. Обрывку дают. Так. Еще одну премиальную возьмем. Для метеоритной пыли. И осталось буквально 8 бочек. Легендарная. Ну как, смотрим, наконец-то, Саламандра, вот это вот очень, скажем так, милая и смертоносная карта. Так вот сделаем. Так. О, нифига себе, 12 карт было. Так. У кого мы возьмем? Давайте чародейщики возьмем, чтобы преобразовывать можно было. Обратите внимание, 12 простых карт отравленного оружия. Прошла. Ну и, кстати, по моим подсчетам, мы
сейчас получили 250 карт в итоге с 50 бочек. Ну, 5 на 50, 250 карт нам выпало. И мы, насколько можно судить, сможем собрать почти всю коллекцию. Может быть, буквально 2-3 эпические карты не сможем сделать. Но мы постараемся. Так, осталось буквально 5 бочек. 5 бочек, и мы увидим, насколько заполнена наша коллекция. Ой, простите, пожалуйста. О, наконец-то. Так, премиальная. Отлично. Так, тут нет премиальных. Так, 3 бочки осталось. Пожалуйста, пусть будет хотя бы одна эпическая карта в этих 3 бочках. Трудно. Ну нет, пока что не везет. Пока что не везет. Предпоследняя. Пожалуйста, пусть будет в последней хотя бы эпическая, еще одна эпическая карта. Что ж, давай. Есть. Я знал, что великое солнце на нашей стороне, великое солнце на стороне императора. И вот нам дали в последней бочке эпическую карту. Я думаю, это очень такой драматический момент. Поэтому давайте будем надеяться, что здесь какая-нибудь самая мощная карта, которую только можно получить в этом дополнении. Итак, смотрим. Да, ну конечно же. Сложный выбор между Эрландом из Ларвика и Кощеем, на самом деле. Я думаю, это правда очень сложный выбор, потому что я даже не знаю, кого взять. Потому что вот что-то на севере я не планировал ближайшую неделю, может быть, две играть. Но на чудовищах я как бы тоже не планировал. Поэтому даже не знаем, кого взять. Так, симбиоз создавать труд не в этом ряду каждый раз, когда у этого отряда срабатывает симбиоз. На 4 вместо создавать личинку Эндрианги. Угу. Замещение. Усилите все отряды вашей колоде на 1, адреналин 3, также добавьте неуязвимость. Приказ. Уберите усиление у всех отрядов в вашей колоде, затем усилите эту карту на столько же единиц. Давайте Эрланда возьмем. Она все-таки самая мощная. Там 12. Я думаю, она вообще больше не выпадет. Не будет такой возможности получить в бочках, поэтому берем Эрланда. К сожалению, это не карта Нильфгарда, но очень мощная карта нового дополнения. Ну что ж, давайте посмотрим теперь, какие карты нам еще осталось скрафтить. И посмотрим, сколько обрывков мы получим. Так, запоминайте, 731 обрывок, 160 метеоритной пыли. Посмотрим, что мы получили с 50 бочек. Кстати, мне еще нравится вот эта вот музыка нового обновления. Очень такая хорошая. Итак, мы получили в результате 1470 обрывков и 300 метеоритной пыли. Перемололи 101. Так, ну получается, сколько перемололи? 124 карты. 124 карты перемололи. Отлично, отлично. Так. Давайте смотреть. Так, наборы карт. Вот он, путь ведьмака. Да, вот так, все карты откроем. Так, ну, смотрим. Эпических у нас только, грубо говоря, 2 такие хорошие карты. 3. Значит, нам осталось скрафтить 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, так, 23, 24, 25, 25, да ладно, что так много, еще раз, стоп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 карт. Нифига себе. Ну, грубо говоря, мы всю бронзу сделали, так что мы, скажем так, половину карт выбили из бочек.
Ну и самое главное, мы всю бронзу выбили. Остались только вот у нас золотые карты. Ну, соответственно, мы будем делать сейчас. Попробуем создать карты Нильфгарда. Так, ну, конечно же, мы берем Кольгрима. Он всего 200 стоит, ничего себе. Так, а это сегодня что? Этот... день скидок, что ли? Ну, давайте мы создадим место. Конечно же. Так, осталось 1200. Вот я, например, не понимаю, в чем прикол карты Випер. В конце раунда поместить эту карту сброс противника. В начале вашего хода удалите карту с наименьшей стоимостью найма из сброса, в котором находится Випер. Если в сбросе нет других карт, добавьте Виперу обреченности, призовите его в случайный ряд противника. То есть... а зачем он нам нужен? В случайном ряду противника. Я вот этого понять не могу. То есть мы ему просто семерку даем в руку, на поле. Я вот не до конца понимаю смысла Випера. Поэтому мы создадим Ивара Злобоглаза. Вот это достаточно хорошая карта. Похищает. Ну, кстати, чем-то напоминает этого. О, как его? Сейчас даже скажу. Где же он у нас? Вот он. Мастер маскировки. Он напоминает мастера маскировки. Где-то год назад, когда вышло еще Алое проклятие. Ну, он чей? Нет, это базового набора. Ну вот, я начал играть, когда вышло Алое проклятие как раз. Да, дополнение Алое проклятие. Мастер маскировки, он стоил 9, и он работал почти точно так же, как и в Разловоглаз. То есть он не при размещении обменивался силой между собой и вражеским отрядом, а по приказу. Вот, ну, соответственно, они сейчас вот сделали и в Разловоглаза, чтобы вернуть данную способность. Так, теперь, что можно сказать? Давайте мы преобразуем еще парочку карт. Вот теперь все отлично. А, нет, вот еще две карты можно преобразовать. Так. Итак. Ну и все, и теперь все карты Нильфгарда, ну, кроме вот этой бесполезного Випера, у нас... есть. А что это значит? А это значит, что в следующем видео вы увидите новую колоду Нильфгарда на раздувании колоды противника. И на этом, жители Империи, пора заканчивать. Глораэр Кирзаэр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Нильфгардец. До новых встреч!